Сентябрь, день 21, 4 октября по новому стилю. Память святых епископов Исаакия и Милетия. Преподобные и благочестивые отцы наши Исаакий и Милетий были епископами Церкви Христовой. Оба они исполняли одно и то же святительское служение и отличались богобоязненностью и добродетелями христианскими. Непрестанным их делом было учить народ божественным духовным словесам и ходить по заповедям Божиим. Оба они отличались благотворительностью, раздавали имения свои нищим и милосердствовали о них, вместе с хлебом вещественным, питая их и хлебом духовным, поучениями и душеполезными наставлениями. Своей жизнью они заслужили дар чудотворений и умерли в миру в старости в разные годы, но в один день.